Очень хорошее поле, очень современный стадион, все очень продумано, находится в очень хорошем месте. Могу только поздравить всех жителей, ну, естественно, в первую очередь это стадион для города, стадион для республики, чтобы все желающие могли попасть на наши игры, поэтому еще раз хочу поздравить всех жителей, да, с появлением такой прекрасной современной арены. Мы здесь были пару месяцев назад, и выходил на поле, смотрел, и очень много было недоделок. Скажи, пожалуйста, был уверен, что к началу там второй части сезона стадион и поле будет готово? Конечно, верил, потому что уже на тот момент было видно, что все находится в заключительной части. Нужно только поблагодарить, да, и поздравить тех людей, кто занимался строительством этого стадиона. Я надеюсь, что они также будут приходить на него и получать удовольствие, да, вот в оставшуюся часть чемпионата. Результат какой ждет директор команды? Завтра будет очень тяжелая игра против Крыльев Советов. Я уверен, что мы победим.